На дворе 21 век, а в их доме нет ни воды, ни канализации, ни газа. Век высоких технологий. Арчане отапливают свои квартиры, как вы думали, чем? Печью. Зимой холодно, невозможно квартиры жить. 8-9 градусов тепла. Для того, чтобы зимой не замерзнуть, жильцам летом приходится заготавливать дрова. Этот дом не газифицируют из-за того, что он аварийный. По той же самой причине нет в доме водопровода. Все удобства на улице, которые, по словам жильцов, коммунальщики убирают редко. Ну вот, что еще интересно. Как сообщают наши ужские коллеги с телекомпании «Евразия», официально этот ветхий дом аварийным не признан. Правда, здесь весной работала комиссия из БТИ, но результаты этой проверки жильцам не сообщили.